Так, всем привет-привет! Сегодня продолжаем наши тематические видео по распаковке туристических ножей. Итак, вот пришла такая посылка. Грамм, наверное, 400-500. Я точно знаю, что здесь у нас лежат ножи. Конечно же, это не оригинал, это китайские копии. Ну, ножи, я вам хочу сказать, что это очень качественные ножи. Реплика на нож Ontario Red 1. Так. Опаньки. Думаю я здесь, что у нас все ножи Ontario, но увы. Итак, Ontario Red 1. Помятая упаковка. Ну, в принципе, не суть важна. Может, даже подмоченная была. Так, крыса. Первый раз мне приходит такой клинок черного цвета. Оранжевая рукоять. Ну что, начнем. Так, сталька здесь АУС 8. Клипсы заходят на начало пятки. Ой, клипса лайнер, извините. Клипса у нас с фирменным знаком. Нож. Нож тупой, не бреет. Что-то это очень неудачная копия ножа. Не знаю, как ее буду продавать. Итак, клинок 9 сантиметров, толщина клинка 38 миллиметров у данного ножа, общая длина клинка 22 сантиметра, кстати, рукоятка G10 и общий вес ножа 178 грамм. Так, шел нож довольно недолго, где-то 30 дней. Давайте поближе посмотрим. Я немножко его заляпал. Вот так вот. Сведение у нас равномерное. Тут тоже заляпал. Лайнер заходит на начало пятки. Нож с коробки тяжело открывается, но ничего страшного. Так, ссылку на продавца я размещу под видео. Всем советую данного продавца. Итак, дальше. Спайдерка ножи. Спайдерка Military. Конечно, тоже китайская копия. Но здесь должен быть оранжевый или Military. Ну, увы. Три брата-акробата черного цвета. Ножи. Так, это тоже, конечно, китайская копия ножа. Открывается довольно легко. На стальке еще вы видите масляные подтеки. Итак, сталька SMP-30V. Длина здесь клинка также 9 сантиметров, толщина 38 миллиметров, длина ручки 14 сантиметров. И общая длина клинка 24 сантиметра. На клипсе вы видите фирменный знак, паучок. Лайнер заходит на начало пятки. Так, ну, не могу пофлиповать. Надо наловчиться. Рукоять также из G10 сделана. Ну, в принципе, все. Ссылку на продавца я размещу под видео. Кстати, на ноже присутствуют засечки. Очень легко работать с ножом в упоре. С нагрузкой.
Ну, в принципе, все. Вот такие вот ножи. Клинок посередине. Вот. Ладно. Ссылка на продавца под видео. Всем пока-пока. До новых встреч. Не забудьте поставить лайк.